Слово предоставляется председателю районного исполнительного комитета Александру Павловичу Солоневичу. Уважаемые газовчане, уважаемые наши гости, мы рады сегодня всех приветствовать на открытии чемпионата области в Ганцевиче. У нас сегодня, конечно, интрига. Наши соперники в прошлом году не просто нас выигрывали, но просто громили. Поэтому я думаю, то, что начало сегодняшнего сезона, что наша команда все-таки чемпионов выиграла в первом матче, это хорошее начало. И я думаю, что мы все-таки вернем свои позиции 2012 года. Ведь с этого футбольного поля много вышло наших, и Игорь Бобко, который сейчас возглавляет футбол, капитан футбольного клуба «Слуцк», и Вадим Побудей, который играет за «Ислач», и Водопьян, который сейчас в «Барановиче» в первой лиге играет. И очень приятно то, что мы отслеживаем, как они играют, какие результаты показывают. Поэтому хотелось бы пожелать всем побед, но, конечно, будут же и поражения. Но поражения пускай нас и наших соперников не огорчают, а только закаляют. Добрый путь.